как написать доверенность для получения посылки. Бывают моменты, когда на почту для вас приходит ценная посылка. Но получить ее лично вы по ряду причин не можете, уехали в командировку, лежите в медицинском учреждении. В этом случае достаточно оформить доверенность на своего родственника или друга. Как сделать это правильно? Доверенность на получение посылки.